Звонкий смех и искренние эмоции детей были слышны со всех уголков Центра социального обслуживания «Вера». Сегодня здесь выступали воспитанники детского лагеря, открытого на летнее время при Видновской гимназии. Как рассказала его руководитель Алевтина Кудинова, их система пребывания детей очень схожа с пионерскими лагерями советских времен. Трехразовое питание, оздоровительные программы и творческое развитие. А каждое утро ребята начинают с зарядки, что и продемонстрировали зрителям первым делом. Глядя на веселых и спортивных детей, бабушки и дедушки повторяли за ребятами простые упражнения. Такая разминка стала прекрасным началом дня. Полина Леонтьева считает, что во время выступления главное вызвать у зрителя искренний смех. Поэтому для исполнения выбрала стихотворение Бориса Захадера «Хрюк на елке». Поставленную перед собой задачу девочка выполнила, заставив радоваться всех. Эмоции заполняли наши. Они хорошо выступали и просто хотелось быть таким же ребенком, как они. Без внимания не осталась и тема военных лет. Ребята поблагодарили всех, кто защищал нашу родину, и исполнили хореографическую композицию под знакомую всем песню «Журавли». Не в землю наши полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И вот мы изображаем этих солдатов, которые превратились в журавлей. После трогательного выступления, которое у многих вызвало слезы на глазах, ребята решили поднять настроение собравшимся более веселыми и современными номерами и показали свои умения в гимнастике и танце. Особо запомнился номер Вики Прозоровой. Девочка с 3 лет занимается спортивно-бальными танцами и имеет множество наград. Вика выступает часто, но признается, что этот зритель для нее особенный. Я заметила, что они рады, что... Они счастливые, и у них в глазах была такая уверенность в себе и в нас. Заключительным номером стало исполнение всеми участниками концерта песни «От улыбки», во время которого ребята каждому вручили памятный подарок, сделанный своими руками. Благодарный зритель хором подпевал слова знакомой песни. И именно с улыбки началась дружба социального центра «Вера» и воспитанников детского лагеря. Ребята пообещали приехать еще, а дедушки и бабушки сказали, что с нетерпением будут ждать встречи. В этот день дети подарили им настоящий праздник, который запомнится надолго. Деткам, которые нас порадовали от всей души прямо, все вот кто сколько сидит, и всем очень довольны. Хорошо, спасибо большое. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Видное ТВ.